Так, ну чё, идём к Джейду? Не, идём к этому. К ДБА, к ДБА. Короче, сейчас. Вообще, Рок, всем ещё раз привет, естественно, да, ребят. Мы где это? Ой, я уехал. Ха, дурак, уехал. Так вот. А нет. Прожекторы, травы, благовония, царица ведьм, бинты, газовый запас, кофе, пинки для детей, аккумуляторы и брань. Офигенно я начал игру со смерти. Угу. Ты что, умер? Да, я упал. Так сказал бы, я тебя воскресил бы. Давай. Идиотина. Я уже все. Так. Ладно. Дом, что ли? Так, задание. Can anyone hear me? This is the wood. I'm with a small child. We need help. В общем, нам к нему. They bit me. I'm turning. Please. We're in an apartment building opposite the abandoned construction site in the corner district. I'm begging you, help my son. Опа! В общем, к Давуду. Он в Колдрика Дистрикт. 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 Ой, 13. Я девушку спас. Эх, ты чё на кортке села? А, на полу села. И всё. И всё? И всё. Я её спас, а она такая, а мне пофиг. Типа я, может, хотел умереть, вы меня лишили единственной, можно сказать, возможности умереть здесь. Ой, я что-то взламываю дверь. Это как я тогда сквозной выход нашел. Видимо. А, нет, здесь какой-то... О, тут что-то есть! Иди сюда. Тут у нас татуэточка. И два мешочка. Где? Тут. Ты по воздуху только что так проскользил, ты в курсе? Да, я вот там. Я просто очень крут. Наемник, главное, здесь есть. И ботинки. Тут есть кроссовки, мужик. Все, мой день сделан. А еще какие-то трусы на вешалке. Или это джинсы. Короче, а, это джинсы. Так, ну тут синька, это не важно. В общем. Что там, синька? Да, пошли. Идя по трем проводам, он так сильно шатается, тебе скажу. Очково. Наверное. Так, ну, как бы суть-то в том, что я могу их, в принципе, спасти. Я попробовал вчера, я научился немножко. Чуть-чуть. Сейчас только возьму вот эту штуку. Сказал, что я научился, но походу они... Не, чувак, ты именно... Как тебе сказать, ты должен их отвлекать именно от них, чтобы они не сдохли. Ну, все. Они сдохли. К тебе бегут сзади. Да умри. Да хорош бегать, ты, блин, остановиться должен, когда мы рядом должны быть. Воу-воу-воу. Готов. Пошла ты. Ну, короче, как видишь, я их, в принципе, обоих умотал. Ты идешь? Да. Куда? Но мы их не спасли, как ты понимаешь. Опять же. Поэтому я говорю, сразу вниз спрыгивай, чтобы одного из них отвлекать. Ну, бывает. Чертеж, мощная подача. Великолепная сабля Сапахи. Сапахи. Купить. Что тут есть у нас? Мачете кукри. Все, я, в принципе, короче, сделал так, что я оставил себе только нужное мне оружие. Вот, тут у меня столько винтовок. Я все это продал. Зашел, когда ты не был здесь. Продал все. Чертям. 15 драгоценных мешков, офигеть. У меня 50 тысяч. Я просто шикарнейшим образом появился здесь, я тебе скажу. Так.
что в меня плюется? А, это ты, тварь. Да отстань ты от меня, придурок. Ай. Ой. Вот я дурак, тут есть мешки. Готов. На балкон. Короче, Давуд, по-моему, вот здесь вот. Насколько я понял. На пополам. Ну чё, как ты думаешь, он живой вообще или нет? Не знаю. Пойдем проверим. Давуд? Понятно, Давуд не живой, прости. Так, где его ребёнок? Думаешь, это Давуд? Да, где ребенок? Сэмми. It's Mr. Crane, are you in here? Please don't hurt me! Тут запись. Тут он. Go away! Leave me alone! Иди easy, сюда. Kid. Hey, it's all over. You all right? My dad got hurt. He said he's becoming like the other sick people, and that he couldn't protect me anymore. He said if I came out of the cabinet, he would hurt me. But that once he was sick, I'd be safe. Because he wouldn't remember I was in there. Your dad saved your life. Where is he? Сэмми, he's gone. There's nothing anyone could do. Now listen, I have to get you back to your mom. I wish I could have stayed with her. Скажи спасибо своему же папе. Да, там это самое. Troy, it's Crane. Тихо. Go ahead. I got a little boy here. He's been through a rough ride. He could use some spoiling. I'll have someone there in 5 minutes. Can we get him back to his mother at the tower? I'll take him there myself if I have to. Thanks, Troy. Отлично. Она его сама отведет, если ей придется это сделать. Так, ну, я думаю, что это хорошее начало. Нам нужно подождать 5 минут или что? Пойдем эту запись послушаем. Какую запись? Так я нажал и все. А, ну мы просто подобрали, да? Да. Это не автоответчик. Жаль. Там где-то это самое. Так я не понял, нам надо ждать 5 минут или не надо? Я думаю, нет. Нам же дали опыт, можно сваливать. Ты оставишь ребенка здесь одного? Что с ним случится? Негодяй. Так. Далеко у нас посылка-то? О, так она же совсем рядом. Может, сходим? Да я как бы уже за ней иду. Спасибо. Фу, воу, 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 воу. Фу, у меня какой-то харчок прилетел. Ну как это этот толстый кидается. Сейчас бомбанет. Я убегаю как бы. Фейерверки! Че еще раз бомбанет? И еще раз. И вон этот толстоплюй. Кто? Ну, плестожуй. Ну, в смысле, толстый, который плюется. Сопляжуй, в общем. Блин. Я походу открыл. Здесь одна, один, да? Да. 5 сокровищ. Только куда ЧС относить, я не в курсе. Сука ты, конечно. Не, ну я подождал как человек, чтобы ты это открыл. Я причем знал, что ты это сделаешь. Ну, это понятно. Только я тебя в последнее время больше не убивал. Ну, я не думал, что ты умрешь, ты вроде отбежал. Действительно, блин, взорвал прям рядом со мной, я не думал, что ты умрешь. Ты отбежал, ты отбежал. Я подождал, когда ты отойдешь. Да. Тренди больше. Ну ладно, я тебя вылечил. Это не спасет твою шкуру от того, что я теперь тебя ненавижу еще больше.
я не забрался. Скажи колючки привет! Так, ладно, на самом деле... Пошла ты! Чё ты на меня смотришь? Так, Чё, по заданию? Опа, там походу кого-то спасти можно. Прямо рядом. Прыгаем чё. Там не спасти, там скорее всего с этими придурками постреляться. Ну, говорю, с этими придурками тупо постреляться. Ты понял. Угу. Зачем ты спрыгнул-то? Я? Да. В смысле? Я выстрелил в зомбака, и он спрыгнул. А я озвучил его падение. Какой ты? Не. Че, по заданию? Да, наверное. Так, а куда нам получается? Воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, я дальше пошел. Раз ты у меня убиваешь, я тебя спасать не буду. Я снова в обиде на тебя. Ну оп, на что обижаться? Убийца! Знаешь, как murdered! Оу! Че там? Я сейчас не скатился очень хорошо и качественно. Так, надо, кстати, продать, что у меня там лишнее. Так, а я что-то нашел, слышь? Че там нашел? Ну, что-то типа записки какой-то или это. Или статуэтки опять. Че придум? Или ящик опять с мешочками. Мешочек. Да. Ладно. Нифига ты! Чё? Да ты, короче, использовал эту фигню, кошку, и тут этот подоконник, ты его просто расфигачил. Ну а здесь они ломаются, ты только сейчас заметил, что они ломаются? Да. Так, а где у нас побег? Вот мы выполняли с тобой. Не знаю. Ну ладно. Ты хочешь опять его не выполнить? Нет, я хочу попробовать его как раз выполнить. Просто тратим патроны ни на что. Ну как ни на что? Повышение уровня ловкости. А, вот он где. Со своими заданиями. Пока, зомби. Чё, а чё он горел? Ну, во-первых, я могу поджигать, но горел он еще до меня. Видимо, они некоторые на жаре начинают загораться. О! Круто, тут можно спрыгнуть на этот, на ларёчек, ну на этот, на палатку типа, и ничего не будет. Я сейчас хочу винтовочные патроны опять себе купить. У меня, кстати, 57 тысяч денег. У меня тоже около полтинника. Просто вообще, нафиг деньги нужны. Ну, в игре, конечно же. Я не отказался. В реальной жизни, конечно, понятно, зачем деньги нужны. Ладно, мы не будем сюда, наверное, заходить. А, нам, по идее, вот сюда. Воу! Нахан Университи, или как там он? Харан, точнее, Университи. Hey, buddy. Have you seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair, she's tough as nails. She was talking to what's his name over there. Thanks. Что? Разгоряю, ну вот эти вот. А, тихо, спасибо. Jade, are you here? Jade, who are you? What do you want? Да, я ты Джейд? Да, я слышу, это девушка. Damn it. Ты думал, это он говорит? Вот походу он. Hey, can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no shit from anyone.
Her name's Jade Aldemir? Yes, she was here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it, did she say where she was going? No. But you're Crane, right? She left this for you. It's a mirror. Why would she have left me this? Well, I can't say for certain. But she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. Я думал, руку пожать. Не смешно. Да он руку нее мы... У тебя пустую? У меня да. Там фотка была. У меня не было фотки. Лох. А продолжение? Чё продолжение? Ну там ещё лох. Просто? И ещё там фраза одна. Нет, просто. Yeah? You ever use a rifle out there? Не. If you do, you should see our gunsmith Rupert. That guy can craft a howitzer from a popgun. A silencer would be more useful, but where would I find him? Well, that's the thing. He hasn't been in his workshop for a while. You might want to try his flat. Maybe I'll do that. Ну, кстати, да, нам бы действительно не пригодился глушак. Глушитель вообще был бы прям вот как нельзя кстати. О, паренек. Сюда подойди. Уже здесь. Я сказал, что он за ним придет. Did you hear that loud music? Someone turned it up on purpose. I wonder why. That guy must have a death wish. И только сейчас музыка начала играть. Ой. Че он тут рисует? Не знаю, какие-то иероглифы. Ты веруешь? Новая запись, видишь? Ты веруешь? Я нет. Чертовы атеисты. Блин, я хочу на улицу выйти, там посылка, походу, лежит где-то. Посылка, что? Да, ну он видишь в углу там это самое. А, посылка. Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Crane. Do you copy? Crane, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming, and I think you better get back here. You have to see this. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, all right? I'm serious. Ну а чё, так, будем возвращаться? Вон она. Воу. Всех размотали. Катана — это определенно лучшее, что я видел. Угу. Что ты держал? Так, я пробую эту взломать, ты ту пока. Угу. Надеюсь, эта тварь не успеет до меня дойти. И у меня здесь оружейные патроны и отличный грубый клевец. А у тебя там чё? Отличный железный топор и модификация титан. Отлично. После гибели земли. У меня еще вот здесь вот сумки что-то есть. Наверное. Ах ты ж! И даже никого не закоцал. Тут можно вот так вот делать. Так. Оп! Эй, не получилось. Он у меня из-за тебя сквозь землю провалился. Кто ты? Он. Ох, как их тут много! Да вы знаешь, шестистволочку. Пулемет. И просто всех расстрелять. Так, чувак, у меня есть некоторые трудности. За мной тут идет куча зомби. Да ты что, правда что ли? Да. Я думаю, я сделаю вот так. А! Я сделал немножко не то, что хотел. Испытаем нашу катану на прочность. Да блин, сколько их здесь, чувак? Крутяк.
Я, пожалуй, постреляю. Кир! Я пока ни одного выжившего с моей катаной встречи. Ох, сейчас бомбанет. Хорошо так бомбануло, скажу тебе. О, пойду еще одну взорву. За мной, за мной. Воу-воу-воу-воу-воу, ну не так же. Я отвлеку их от тебя, друже. И никого, кстати. Да пошел ты! О, нет. Ты знал, что ловушку можно перезаряжать? Да. Там он капот открывает. Так, я пойду этих придурков убью пока. Мы с тобой всех убили. Капец, мы с тобой просто вообще агрессоры. И у меня нет патронов. Бум! Скрывай, я постараюсь тебя прикрыть. Там с машины обходит, где-то с левой стороны. Да, я вижу. Ну, чуток, блин, не довел. Жестокие мы с тобой все-таки люди. Да вообще ничего. Да блин, опять не довел. О! Ну! Есть контакт. Воу. Да ты че, еще не сдох, что ли? Так, а там всех убили, да? Да. Нет. Ну, почти. Ну просто какую мы там толпу вырезали. У меня даже оружие прокачалось. А ты тут что-нибудь открывал? Не. Тут хрень, например. Ничего не открывал. Че, пойдем дальше? Ща я открою. Так, там надо будет спасти. Возьми аптечку. А, точнее, не груз, а спасти. Главное успеть. Но хотя это может быть и не спасти, не обязательно. Просто какой-то сигнал, пока мы не знаем какой. Нет, перебить их, видишь. Привет. Еще один. Все. Че такой живучий-то? Да умри ты, а! Нет, стой, 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 стой! Ну упади, чувак! Нет, ну блин! Убил, я да? Хотел, я хотел ему, да, я хотел ему башку снести, там было можно. А я в основном хотел сбить. Так. Там было можно ему башку снести. Good luck! Good luck, my friends! Get your ass to the nearest safe house and wait until dawn! Я катаной оглушил. Нормально. О, тут что-то есть. Что там есть? А, тут есть зомби. Ты можешь говорить что-то логичное? Да я просто дверь открывал, и он на меня вышел. Вдруг откуда ни возьмись, появился... Так, стой, погоди. Колдовщик, да, вон туда нам надо. Здесь у нас мешочек. Где? Тут. У кого как, у меня там белый, у меня там ничего полезного нет. Все, побежали быстренько на миссию, выполним ее, наверное. Блин, а у меня перезарядка. Ты чё тут скачешь? Я криво это сделал. О, я сломал себе ноги. Прям обе? Прям-таки да. Так, я здесь, давай.
Таки-таки-таки, да. А нам разве не сюда? Сюда нам. А, я перепутал опять. Так, где тут подъем? О, здесь какой-то странный чувак. Ной. Гной. Чувак, я нашел Ноя. Где плод? Я поверил в Бога, да? No matter how many times I watch it, I still can't believe it. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash has... No, no, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. Ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, we got a runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Только меня это что-то, знаешь ли, не утешает. Звучит многообещающе.